Це Honda S2000. Вона готова підкорювати Європу. Зустрічайте майстер спорту України, віце-чемпіон Італії, Угорщини, багатократний чемпіон України. Я, Рахмайло Євген та моя команда Ukraine Racing готові до перемоги. Женя, ми тут уже 2 дні тренуємося на часі. А чи задовольняє взагалі тебе ось головний спортивний трек нашої держави на даний момент? Ну, слава Богу, що він є. А так, звісно, ти ж сам бачиш, удовольствие виїжджати сюди, приїжджати. Якщо б не ви, то я б сюди, мабуть, не приїжджав би кататися. Саме перше, що має бути, це інфраструктура вокруг трека. Уже послідуюче йде не тільки асфальт, а йде ще ливнева система, яка буде убирати воду, яка буде убивати грязь, для того, щоб цей трек працював круглосуточно і круглогодично. Скажи, будь ласка, цей автомобіль, в принципі, він створений для тайм-атак. 100%, так? Це заточений під тайм-атак. Наші телеглядачі повинні знати, що таке тайм-атак. Ось коротко можеш розповісти, що це за дисципліна? Так, щоб було зрозуміло телезрителям, це, грубо говоря, кваліфікація в Формулі 1. Тайм-атак – це та дисципліна, де потрібно стрільнути один швидкий круг. Да, есть страны, где нужно стрельнуть за определенное время 2-3 быстрых круга и берется среднее. Мне кажется, что это не сильно верно. Все-таки вот классно сделано. У тебя дается целый день, ты целый день тренируешься, но потом у тебя идет финал, в котором ты должен проехать быстро. Один раз там, за вот эти вот 5 минут, там 3 или 4 круга. Но это тренирует еще немного психологию. Потому что ты можешь нервничать, ты можешь теряться. Ну, это тяжело. И у меня такие случаи были, когда ты вроде как надо проехать, а ты уже в гравии сидишь. Ты сам помнишь, когда нужно проехать, а ты уже в Порше въехал. Было и такое у нас за все это время. Поэтому, ну, это и есть тайм-атак. До речі, це людина, яка в одному чемпіонаті пересаджується з переднього приводу на задній привід, і причому це все на одному етапі, в одному заїзді. Я таке бачив, чесно кажучи, вперше в житті, це було 2 роки тому на Валі Лунгі в Італії, і він зайняв 3-е місце як в одному класі, здається, так, і 3-е місце в другому. Секондо класифікато у Honda Civic.
Это Honda S2000, которая была полностью разобрана до болтика, проварили все швы стоковые, затем варили в нее каркас. С завода в этом автомобиле 245 или 243 силы. Здесь сейчас 530 сил моторных и есть куда дальше расти. Ездит она на давлении на офе 1 бар, можно дуть в нее смело 1,5 бара. Здесь стоит усиленная коробка Самсона сегментальная, подобранные передаточные числа под стоковую. У нас здесь стоит редуктор Winters. Как бы да, он дрифтерский, он не сильно часто применяется в кольце, в тайм-атаке, но зато это очень удобно под каждый трек менять передаточные числа. Проводка в этом автомобиле спортивная, которая не боится температур, тряски, скажем так. Мозги здесь Link G4+. В данный момент автомобиль соответствует регламенту европейских соревнований. Красиво, все идеально, но маленький спойлер. Я не могу Евгения Рахмайлова убедить в том, что по регламенту мы можем еще добавить несколько сантиметров. Два дні вже обкатується цей автомобіль, тут начається. Які проблеми взагалі є? Я бачу, що... Є питання тільки з настройкою. З настройкою, а взагалі дуже класно. І оператори сьогодні теж заметили, що я сьогодні виїхав і удовольствие отримав. Зараз ти отримаєш удовольствие, надіюсь. Я не пілот, я не їжджу на таких машинах. Ми зараз навчимося спочатку, найголовніше, ставити руль на місце. І все, і буде все супер, і поїдеш, і офігієш. Ну, ти хочеш я надіюсь, що ти отримаєш удовольствие. Ти хочеш сказати, що я сяду в цю машину? Так, да, ти сядеш і поїдеш. Чому S2000? Чому саме цей автомобіль ти взяв як за основу, щоб якби інструмент для здобування перемог в Європі? На самом-то деле мне все равно, на чем ездить, но с S2000 у меня история связана еще с моего юношеского возраста, когда я очень хорошо разбился у нас в городе. Да, это были уличные гонки. Благодаря даже этой аварии я начал заниматься автоспортом на профессиональном уровне, потому что он закаляет, придерживаться каких-то правил. І це все безпечність. Я зараз бачу, що на чайці ми виїхали потренуватися на цьому автомобілі. Вона виглядає трошки по-іншому. У неї, я бачу, що інший обвіз. Чому так? Це твоя страховка, щоб, не дай Боже, не розбити цей недешевий карбон? Ну, на самом-то деле, якщо ми вже куди-то попадаємо в якусь запару на чайки, то це не до карбона. Це буде все далеко. Глубоко и очень больно. Женя, скажи, какие планы на сезон 2021? Выехать на этом автомобиле на трек и научиться заново ездить. Вот это единственные планы, которые есть на 2021 год. Это все, это та конфигурация автомобиля сейчас, которую мы увидим
и который мы будем наблюдать все время. Больше с этим автомобилем ничего не будет делаться, только я буду учиться ездить. А ты віце-чемпіон Італії. В цьому році плануєш проїхати весь чемпіонат? Чи все ж таки будеш вихвачувати, як кажуть, різні гонки по Європі? На сьогодні я бачу, що весь чемпіонат ми не поїдемо. Ну, це сьогодні ми так говоримо. Ще вчора ми взагалі нікуди не виїжджали. Завтра може щось змінитися. Тобто, ну, мені дуже хочеться поїхати в Голландію. Я понимаю, что в Голландии мы еще не готовы, потому что у нас негде его выкатать. Может, и можно выехать на ту же самую чайку и проехать быстро круг. Мы проезжаем же как-то, правильно, и с тобой ездили, и били там машины. Есть. Зацепили. Да? Нет? Нет, нет. Зацепили, передок. Ну, слушай, сделаем. Зацепили? Ну, если... Ты понимаешь, что тебе выезжать на этом автомобиле через неделю на гонку – это очень большие затраты, и ты ее разбиваешь на чайке. У нас нету ни зон вылета, покрытие – на самом-то деле по барабану, какое покрытие, к нему нужно привыкнуть, его можно понять и нужно по нему ездить. Просто нету зон вылета, это небезопасно, и автомобиль просто списывается. Я вже потягнув ногу. Пляха-муха. Есть? Я тебя затяну немножко, хорошо? Дальше. Учимся вставлять руль. Сначала забираем руль. Вот это на себя. Двумя руками. Да. И попадай. Попал и проверил. На себя руль. Ну, держится? Все. Супер. Ага. Снимаю ручник. Все. Сейчас придет механик. И расскажет, как ее заводить, потому что я ж не знаю заводить. А, да? Хорошо. Максим, как ее заводить? Ага, массу включить вверх, вправо. Массу включи, пожалуйста, справа, да. Накачаем топливо. Сцепление выжимай. Заводи, старт. Все. У нас сейчас загружается вся система. Мы уходим, закрываем тебе двери. Ты едешь, остаешься сам. Чесно кажучи, це не досить гарна ідея. А тепер поїхали, пішли за бусом, будемо його тягнути назад. Я думав, що зараз я буду тут фонтанувати емоціями, а чесно кажучи, я не можу. Я не можу, тому що я, по-перше, я втомився, по-друге, мені всі емоції залишилися зараз на треку. Це просто фантастика, друзі. Я не безнадійний? Не знаю, я сам рядом з цим в цьому відео. Ну те, що я хоча б сів і зразу поїхав, і бачиш, три круги чи чотири дав. Чотири? Ні, не безнадійний. Так, от бачите, навіщо ця штука? Тому що я вже розбив собі голову. Вже три рази розбив, п'ять разів. Опа. Є. Женя, я 100% впевнений, що ось така національна прем'єра спортивного автомобілю відбувається в Україні
напевно, вперше по українському телебаченню. Зараз це все буде дивитися не тільки дорослі, а діти, наприклад, люди, які там мріють стати спортсменами. Що б ти їм побажав? Тому що вони зараз дивляться на тебе, і ти, по суті, справжній приклад того, як потрібно займатися автоспортом і до чого потрібно прагнути. Я хочу сказати, що ми пам'ятаємо, що коли ми починали зараз з тобою розмовляти, я ще раз сказав, чому цей автомобіль? Потому что это связано с историей не автоспорта, с историей движения, уличных соревнований. Ну, не соревнований, это уличные гонки. С историей каких-то покатушек, с историей какого-то движения. Это опасно, да, ну, проверено на себе. Хочется, чтобы вот эти вот действительно люди, юноши, дети, которые смотрят нас, которые смотрят тебя, которые смотрят твою передачу, ты много снимаешь про автоспорт, никогда не останавливались и шли со своим упорством куда-то. Пусть это будет там картинг, пусть это будут какие-то там местные движухи. Пусть они будут. То есть я даже всегда в Федерации автоспорта Украины, я всегда тоже поддерживал местное движение. Я поддерживаю кольцо на бескаркашных автомобилей, почему бы и нет. Да, это небезопасно. Я понимаю, что правила пишутся кровью в автомобильной федерации. Но почему доступно, в принципе, это доступно, и почему-то в Европе ездят на бескаркашных автомобилях в кольцо. Нужно не забывать, что в Европе очень много ездят и дети, и также ездят люди, которые за 60. Ну, пенсионеры. Ты сам видел, катаются, ездят, им это нравится. Хочется все-таки пожелать вот юношам, которые начинают заниматься, чтобы пробовали, учились, думали головой в первую очередь. Не обращали внимания, никого не слушали, не обращали внимания на чьи-то советы и сами добивались всего и прошли через какие-то степени, которые им нравятся. Главное, чтобы им это нравилось. Не знаю, как это передать, потому что это все эмоционально. Я там понимаю, что построив этот автомобиль, там не хочется останавливаться, то есть вот хочется его сделать, научиться ездить и перейти ездить дальше. До сих пор моя любовь остается в трофе, потому что это закалка, это закаливает нервы, когда ты выезжаешь и ты находишься сам в лесу 12 часов в гонке. Ну, это закалка очень хорошая, тебе она потом помогает в жизни. Автоспорт – это адреналин, это очень дорого. Все равно нужно к этому стремиться, смотреть, мечтать и немного этим жить. Женя, я бажаю тебе успеху. Я уверен, что вся Украина, яка дивиться зараз нас, наше интервью, нашу программу, нашу национальную презентацию этого спортивного автомобиля, бажаю тобі тільки перемог. Сподіваюся побачити тебе і цей чудовий автомобіль вже на європейських треках, а тебе обов'язково з кубком. Бажаю успіху.